давно не видела Арарата. Такой он красивый. Очень хорошо на улице, сейчас свежо. Ласточки уже поют. Щебечут. Сегодня Вардаван. Возьму сегодня с собой какой-нибудь горшок, чтобы выливать на других воду тоже. У меня такое чувство, что все люди куда-то уехали. Обычно мы сюда выходим, и тут прям вообще столько много машин. А сейчас город такой, как будто пустой, как будто улицу перекрыли. Так, мусорка. Барагдес. Такая местная же. Барагдес такая. Барри Льюис. Как вы? Так, нам сказали остерегаться. Я надеюсь, если сегодня вода попадет на меня, то она будет лечебной. Лена, да. Лена. Где Лена? А там пройти надо. А почему не так? Лего, Лего, Лего. А что сосиски, сосиски, сосиски? Лего, Лего, Лего. А я вот сюда ваши наклейки. Отлично. Лена мне подарила. Да. Я только что упала, я опять не знаю. Меня уже облили. А, так, здесь да, так что очень забавно. Варта. Ван. Да, вот. Ничего, у меня тоже есть пистолет. И я сейчас его заряжу водой и буду всех поливать. Ха-ха-ха. Но я прям удивлена, что сегодня магазины не работают. То есть, вот, пусто. И там тоже магазины закрыты. И в городе прохладно. Давай. Ина, Ин. Ина. Давай теперь меняемся. Финиш. Это не сестра, это подружка. Нома. Нет! Так, главное, чтобы это... Не? О, какой интересный момент! Пым-пым! Пым-пым! Там везде вода, везде вода. Вот, ведра так отдают, продают. Так, девчонки идут. Пых, 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 пых. Да. Так, они были без оружия. Ищем новую жертву. Пам-пам-пам. Меня обкатили водой. Ужас. Мокренькая я. Пойду переодеваться. Я очень надеюсь, что соседи до сих пор играются. Тоже хочу порадовать их. Пам-пам-пам. Я...
Я пыталась убежать, смогла. Так, видите, тоже с ведерками ходят. Все как нужно. Вот так вот. Не попало. Когда обливают из ведра, это очень неприятно. Просто вот настолько неприятно, что это прям... Вот ребята стоят. Вот. Они, наверное, кого-то ждут. Да. Ой, сейчас я попадусь. Вот, парень. Бим-б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 им. Все, я в бой. Я потерпела поражение. А чтоб сверху ничего не палили. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, девчонки тоже. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да. Так, сверху тоже. Главное ведро, чтобы на меня не упало. С водой. Ребята, бежим! Так, ведро, ведро у него, наверное. Это просто детская шалость по сравнению с ведром. Во, люди даже бегут. Да. Вот, вот. Даже так. Да, главное, чтобы ничего не упадало сверху. Так, Николай хочет рассказать свою историю. Николай вышел в 8 часов утра. Не настолько. Зная какие-то местные традиции, я решил попытаться дойти до кафе с ноутбуком, чтобы с ним поработать. И огибая по пути все места, где есть вода. Ага. Но я не учел, что фонтан есть у входа в метро. А еще у входа в метро было 15 детей. Общество ведерок. Шикарно. И несмотря на все мои техника, не надо. Они такие, ну, нет. Мы тебя не понимаем. И в итоге меня облили, я был мокрый. Счастлив, очень. Счастливый, да? Ты знаешь, что вся вода вылитая на тебя, она целебная. Да, это мне сказали работницы метро. Я счастлив, что у меня сух оказался ноутбук и потрясающий рюкзак от компании Think Tank. Где реклама рюкзака? Давай, покажи. Ну покажи рюкзак-то. Да, реклама интеграции, за которую мне не платят. Это 17-дюймов по месяцу. А, ну все там, у нас. 17 тоже включается, там запас. А, знаешь, нет. Нет? Притык. Мне твой рюкзак пробавился, крепкий такой. Не, ну вот он пропитан, слава богу, я телефон туда успел загрузить, поэтому остался, так скажем, промокли только мои ожидания. Надо будет у тебя название рюкзака. Итак, это буква Д. Д. Давай. Идем к багету, идем, думаем, такие, где будет кофе, все закрыто. Вот, маш меня в спину. Пых-пых-пых. Да, идет такая оружием. Важная, с пистолетом такая, никто мне не нападет. Пью-пью-пью, да. Идет такая, всех брызгает, смотрю, парень стоит у спортивного магазина. Не улыбается. Вот. Потом думаю, наверное, они что-то там убирают, потому что стоит маленькая тазик и ведро. Да, я тоже и думала. И он не улыбается такой. А потом я заглянул, понял, что там чистая вода. И тут я думаю, сейчас пройдет надо Маша, бежать, которая такая важная, с оружием, никто мне не пойдет, своим пью-пью-пью пистолетиком. Подумал, ну сейчас попадет, да. Вот. Но Маша проходит такая, пью-пью-пью-пью-пью-пью. Парень такой улыбается, он встает ведро. Я бежала как могла. Да-да-да, и все. И Маша... Пошла переодеваться. Пошла переодеваться. Ну мы, да, мы рванули по как могли. Я увидел это ведро огромное. Это, конечно, но из ведра самое неприятное просто. Когда еще сверху, ужас. Вот так мокрые люди. Спокойно. Так, Ном, расскажи, что это за
аппарат. Робот. Сейчас ты назад поедешь, ты вперед. Так, сейчас. Тут Наимишка схему сделала. Что-то не то. Что-то не то, да? Теперь сюда. Давай. Мама, заберите ногу. А он долго будет ехать? Все. А, это звук у него такой. Да. Ту-ту-ту. А если вот это? Он будет быстро. Пим. Ну так вот, Наимишка, молодец. Нинулька сегодня не успела дособирать руку, она хотела руку.